Итак, всем привет! Сегодня я снимаю свое первое видео про этот лаунчер. Я играю на лаунчере Minecraft, читерить на нем также можно. Ну, в смысле лаунчер Minecraft, но для лаунчера есть даже специальные читы. Вот. В лаунчере даже есть папка bin, в лаунчере warrendwork есть папка bin. Итак, мы сейчас начнем играть. Сейчас загрузится наш лаунчер. Мы начнем. Кстати, чтобы успел вам сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Сейчас загружается лаунчер. Если что не так, пишите в комментариях. Я и дальше буду снимать видео на этом лаунчере, но также я буду снимать с другом на обычных серверах Minecraft. В общем, может быть, понимаете. Подождите, сейчас. Итак, мы возвратились. Сейчас я иду. Ой, извините, подождите. Итак, мы продолжили. Так, вот, на этом лаунчере у меня есть дом, нет, два дома, два магазина. Как создавать магазин, это Home Public, я потом напишу. А хотя, вы можете посмотреть на сайте warrendwork.ru, это сайт сервера. Так, сейчас я иду на Home. Так, все, я на своем доме. Это тут чуть-чуть кое-чуть. Кое-чего не хватает, в принципе. Так, это у нас вроде бы лыжи. Я просто сейчас играю с такой текстурой. Сейчас я попробую поменять эту текстуру. Она не меняется. Ну что ж. Хорошо. Так, сейчас. Ладно. Все равно я на следующем видеообзоре буду вам показывать. Я изменю текстуру. Буду также играть на сервере. У меня пока что здесь есть один алмаз. Алмазный бур. Это все я купил за аппетит. Они же дурачки. Ну, рубли, вот. 8 рублей. Мне просто так, прикиньте, дали. Вот, у меня здесь есть уже один алмаз. Алмазный бур. Хотел бы попросить у пацана. Это, на броню мне мут дали. Меня размутили, потому что мут дается только на 10 минут. Так что я сейчас, вот у меня есть 4 материи. Бур разряженный. Так, а сейчас я на... Это... Старый ником мой дом, тоже магазин. На этом сервере, как вы видите, ну, много, из этого, правда, не 100 брать нельзя.
пытался у одного пацана купить такую штучку. Так, сейчас, наверное, скорее всего, я пойду в пещеру. Так, я беру алмазный бур. Так, бронзовую кирочку. И каменную возьмем на всякий. Так, ладно, все равно. Сейчас мне нужно отлучиться. Я на буквально на одну минутку я остановлю видеозапись и продолжу. Итак, мы продолжаем. Сейчас. Я нашел крузифер, возьму себе броню и по-быстрому всякое тут сделаю. Уже я сверну броню, пойду. У нас скоро у меня заканчивать я буду. Поэтому это плохо, но все равно я буду сейчас скоро уже заканчивать. Так, еда нам нужна. Первая серия как было знакомство. Что типа того. У меня вот бокс, потому что МФЕ я не смогу скрафтить. Блин. Я не помню, зачем я хочу. Зачем ты пошел? Просто так не. Уголька я буду копать, потому что блин, пацан, он настоящий придурок, я вам отвечаю, он продает как он материи за 25 рублей одну материю. Извините, с этой текстурой я крипера не заметил. То, что он у меня.